Hello there. If you're a gamer, да, or да, you are sitting геймер, on a PC, привет всем or playing геймерам, on a здорово, game all day, остальным you should do соболезную. my finger-hand routine that I'm going to show you right now. You will benefit from it with stronger fingers, and it will prevent injuries and long-term tendonitis. Let's go. Да, да, как родной. Just shaking up your fingers. This feels especially good. Палец онемел. На самом деле, из хорошего, я достаточно замотивирован в последние дни. Я полностью вышел из своих говносостояний, вот этих, знаете, когда мне плохо, грустно. Всем привет, Амэй, Песвалу, Ладюша, Гусов, Дэн Семенов, Волк, здорово. Так вот, к чему я клоню? Павер Рэк, здрасте, Михаильчик, здрасте. Мотивация охуенная, сил много жизненных, вообще непонятно откуда. Я прямо рад, что я существую. Okay, next exercise. Make your hands straight, like this, and close them. Из хуёвого, я походу потянул указательный палец. And then open explosively without spreading your fingers. Я не особо уверен в этом. Но, по-моему, я его чутка растянул. Вот. Не понятно, каким образом. Ну, сейчас посмотрим, что с ним не так. Бо он просто перенагрузился. Okay, next exercise. Spread your fingers. And then just make a fist with the tips. Круто. Я сейчас, наверное, тоже пойду поиграю для разминки плейлиста с контентом, мне все равно скучно. И надо чуть-чуть раскликаться. Домэй, привет. Домэй, привет. This prevents all kinds of long-term injuries that you can get. Да, да. Okay. Chill, so okay, next okay. Exercise. Make your hands like this, and now you extend the index finger, and now you switch the fingers. Don't take this. Я буду делать каждый по отдельности, потому что у меня чуть болят пальцы. Finger presses the third finger up. This again, and this again. This is called the walking extensors. This is really hard. If in the beginning this doesn't work, just do your best, okay? Just do this as best as you can. Really focus on... Да, мне тоже по-хорошему заняться физической формой нормально, помимо ОСУ. Возможно, нужно в какие-то дни вместо того, чтобы в ОСУ играть... And if you can do this quickly, just do your speed. Фигачить просто упражнение за ЗОЖ. Чтобы тело укреплять и дух. Okay. Last exercise. We're going to make a fist. Hold this. And then after 5 to 10 seconds spread. Hold this. And after 5 to 10 seconds again make a fist. Изявер, здрасте. Мне для того, чтобы физические упражнения в рулетку добавить, надо хотя бы хату убрать. Нет, скретчинг я сейчас точно не буду делать. Я боюсь палец растянуть свой. Он и так не особо ок себя ощущает. Я вот сейчас зарядку сделал, вроде получше стало, подвижнее. В руке. Во всяком случае. Так, мы сделали упражнение. Причем, знаете, боль такая подтягивающая. Начиная с, ну, примерно с плеча, где-то вот отсюда. И прямо по всей руке до пальца указательного. Мы бы я сингл-тап перенапряг или хуй его знает, что такое. Да, я там вышел новый формовый Dragon Force, можно его ебануть, в принципе.
С другой стороны, у меня несколько западло, я не знаю, посмотрим, как по настроению будет. Я не планирую его ретраить, просто если один раз буду идти на нормальную аккурость, эту фкашную и забью хуй. Просто мне хочется расширить свой пул игры карт на фарм ПП максимально. А играть то, что я уже умею, мне, ну, не по кайфу, не интересно. Все такое. Абидокс, здорово.